С вами канал ProMint, в этом видео покажу быстрое прохождение карты Edge of Abyss. В моем телеграм-канале вы сможете найти ссылки на прохождение других карт, подписывайтесь, чтобы не пропустить выход новых видео. Прогружаемся на карту и берем задание у старца. Бежим по верхнему ярусу направо. Подбираем кристалл. Запрыгиваем на такую тележку и дальше бежим вот по таким текстурам. Советую собирать абсолютно все кристаллы, которые вы видите. По ощущениям, их 25 штук всего на карте, и они очень сильно спрятаны. Уже виднеется папа Смурф, давайте к нему подойдем и выполним задание. Вот так выглядит папа Смурф. Берем задание, запрыгиваем на такую перилицу и дальше с перилицы вот на эту платформочку. Нажимаем Enter и в чат прописываем /respawn. Оказываемся на самом верху. И так спрыгиваем вниз и собираем оставшиеся кристаллик и контрольные точки. Собираем последний кристалл и бежим к контрольной точке. Задания на карте выполнены. Всем спасибо за просмотр. Удачи!